Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. Сегодня у меня на обзоре большая посылка, и как вы уже догадались из названия, это чехлы для авто. Пришла посылка в таком мешке, шла очень быстро, всего 2 недели, и это для AliExpress довольно быстрая доставка. На почту чехлы пришли прямо в этом мешке, как вы его сейчас видите. И вот вам сразу же с первой минуты полезный лайфхак, как правильно открыть такой мешок. Для этого не нужно разрезать мешок вдоль шва и не нужно распарывать весь шов, достаточно лишь отрезать кончик нитки и аккуратно распустить шов. Ну же, ребят, я жду лайк за такую полезную информацию. Внутри у нас лежат чехлы в полиэтиленовом пакете. Сейчас разрежем его. Шучу, у меня спрятано лезвие. Так. О, тут есть отверстие. Забыл сказать, чехлы выполнены из эко-кожи. Но внешне ее очень сложно отличить от натуральной кожи. У меня на обзоре полный комплект. Это чехлы для 2 передних кресел и для заднего ряда сидений. Ребят, ну на ощупь эко-кожа приятная. Не скользит и выглядит довольно-таки прочно. И на прочность мы ее, кстати, проверим. На внутренней стороне чехлов мягкая вставка, толщиной примерно 5 мм. И вот как раз таки на этих внутренних отворотах мы и проверим прочность эко-кожи канцелярским ножом. Неплохо. Очень хорошо, нужно постараться, чтобы протереть дырку. Как видите, довольно прочный материал. Да, действительно, эко-кожа устойчивее к износу, чем натуральная кожа. Комплект у нас стандартный, как я уже сказал. Чехлы на передние сиденья. Все чехлы крепятся специальными крючками, которые идут в комплекте. Это у нас, кстати, чехлы на задние подголовники. Многие ошибочно их принимают за накидки для подлокотников. Так выглядят чехлы на 2 передних кресла. Кстати, весь комплект универсальный, подходит для большинства марок автомобилей. В описании будет ссылка на магазин, где я брал эти чехлы, там есть список автомобилей, к которым подходят эти чехлы. Чехлы устанавливаются довольно просто, весь процесс установки занял примерно 15 минут. Полностью всю установку мы не засняли, к сожалению, но уже после установки чехла на переднее пассажирское сиденье видно, что изделие сделано качественно, все швы аккуратные и ровные. Сидеть на таких чехлах тоже довольно приятно, и, как я показывал ранее, протереть эти чехлы канцелярским ножом дело непростое, не говоря уже о том, чтобы проерзать их насквозь задницей. В общем, если есть желание, вы можете более подробно ознакомиться с этим замечательным товаром по ссылке в описании к этому видео. И если вы еще по каким-то загадочным причинам не поставили лайк, то у вас есть буквально несколько секунд, чтобы исправить положение. На сегодня все, друзья, подписывайтесь на канал, до скорых встреч!